Всем привет! Сегодня мы устроим эстафету в БС. У нас будут два капитана, которые по очереди набирают себе людей в команду, ну а потом мы будем проходить разные командные испытания. Посмотрим, кто сегодня одержит победу. Играть мы будем до 3 очков. Приятного просмотра! Ну что ж, я капитан первой команды, ну а пожилой капитан второй команды. И давайте набирать людей, я начну первый. И знаете, я не хочу брать Крейзи, я возьму Тиамати, чтобы был какой-то баланс. Реально, давайте я возьму Тиамати, он такой новичок. Сейчас я напишу в чате, чтобы мы потом не запутались. Пожилой, ты тоже в чате пиши, выбирай себе тиммейта. Ну, участника команды. Так, окей, пожилой выбрал Гаргу. Кстати, а почему он взял его, а не Крейзи? Странно, ну ладно. Так, я понял. Так, ну блин, тут все очевидно, я тогда беру Крейзи. Сейчас уже можно брать Крейзи, все. Так, тогда Крейзи к нам. Да, конечно же, Крейзи к нам. Так, пожилой, выбирай себе следующего тиммейта. Кого же он заберет? Скорпион, окей, он забрал Скорпиона. Симпа, Симпа остается у нас. Но, блин, у него хоть и 25к, но он накосячил в прошлом видосе. Я не уверен, что его нужно брать. Моя команда, напишите в чате. Ладно, все-таки моя команда захотела, чтобы мы взяли Симпу. Ладно, пусть будет так. Но я не знал на самом деле, кого взять, поэтому... так, пожилой взял Робла, блин. Робла бы к нам на самом деле. Ну что, остаются Воробей и Белый Чек, да, получается? Воробей и Белый Чек. Ну тогда Воробья к нам, что ли? Белый Чек, ну блин, ну ты даже испытание там не прошел, последнее, которое было со скином на Розу, ну... так, ну что, все, мы разбились на команды. Давайте теперь придумаем название нашим командам, чтобы было интересней. Я уже придумал, знаете, можно что-то назваться, это, например, желейные попрыгунчики или что-то такое. Боевые попрыгунчики, все идеально, идеально просто. Все, моя команда, если что, одобрила это название, поэтому мы решили назваться боевые попрыгунчики. Окей. Так, пожилой, пиши название своей команды. Что же они там придумали? Они там тоже обсуждали. Так. Только не Майнкрафтер. Пожилой сейчас назовется такой... А, пьяные ежики? Пьяные ежики? Серьезно? Лол. Окей, сегодня у нас будет заруба. Пьяные ежики против боевых попрыгунчиков. Напишите в комментариях, за кого вы будете болеть. Кстати, мне ульта нужна. Сейчас у нас будет командная эстафета на броках. Мы по очереди будем бежать одна команда в правую сторону, ну а другая команда в левую сторону. И мы будем меняться, передавать эстафету другому. Нам разрешено использовать один гаджет. Какая команда придет первой, та и побеждает. Скорпион, кидай смайлик, и мы начинаем. Ждем смайлик. О, все, гоу! Так, я против пожилого, отлично. Один гаджет можно юзать за круг. Так, ну я его где-то в середине юзну. Так, отлично, отлично. Фух, хорошо, хорошо, мы вроде одновременно идем с пожилым. Так, давай Тиамати сейчас передаю эстафету. Все, погнали, Тиамати, пошел, пошел. Кстати, я пришел быстрее пожилого, не намного, но все-таки я выиграл несколько секунд. Кстати, мне надо на центр идти, чтобы все видеть. Так, Тиамати, давай не подведи нас. О, Скорпион улетел! Все идеально, красава Тиамати, все! Все, это победа должна быть! Давайте, Крейзи пошел! Ну, Крейзи не подведет, я в нем уверен. Крейзи, давай, Крейзи, давай. Так, а там идет Робл. Отлично, мы обгоняем пока что на полкруга вражескую команду. Так, давай. Ой, что это за мув был от Робла, но все равно. Крейзи не подставился, а Робл улетел. Ну, все, это точно победа. Давай, Симпа. Ну все, это точно должна быть победа. Ну потому что мы вообще сейчас на 3/4 круга обходим. Так, отлично. И Робл доходит. Передает эстафету белому ч... Симпа, как так? Симпа улетел у нас. Симпа, что ты делаешь? Да, Симпа. Так, белый чек идет. Что просто делает Симпа? Как он там подставился? Мы и так впереди с огромным отрывом шли. Блин, а сейчас Воробей может не успеть до тумана. Ну блин, Симпа накосячил просто.
Воробей, давай, до тумана, ты успеешь, ты должен успеть. Так, аккуратно, аккуратно, только воробей, давай, доходи до конца. Давай. Блин, воробей, ты куда? Воробей улетел, черт. Так, Гарга, тебе нужно дальше пройти. Так, стоп, воробей дошел до левого нижнего трамплина, а Гарга не дошел до туда. Не, в любом случае наш участник прошел больше, поэтому это наша победа. Счет 1-0, ну реально, мы дошли дальше. Вторая игра, и сейчас наша задача пройти вот этот вот спидран. Чтобы выиграть и получить 1 балл, всей команде, то есть всем участникам, нужно прийти к финишу, то есть на центр. Ну а человек, который придет последним, он подведет вообще всю команду, и та команда, соответственно, проиграет. Все, погнали! Все уже изучили карту. Так, я сюда и на диагональный. Ой, блин, я не дошел до него! Черт, меня подставили! А, крейзи... стоп, крейзи симпы наши, все нормально. Отлично, хоть один раз симпа вперед вырвался. Так, идем сюда. Так, крейзи первый идеально. Стоп, а тут чисто наши все, да? Хорошо, хорошо. Сюда надо. Так, сюда. Ну, блин, это моя карта, я тут все знаю. Но я дал всем время ее изучить. Так, и в телепорт. Так, сюда. Сюда. Здесь очень много разных путей. Ну, я должен сейчас прийти первым. Я надеюсь, что никто не подведет нас. Главное, чтобы симпа пришел. Так. О, белый чек с Гаргой вообще там. Не знаю где. Сюда. Сюда. Сколько же тут прыгать надо, много. Я отлично сделал эту карту. И все. Это последний рубеж был, и я на финише. Так. Так, симпа вроде... Так, крейзи, пожилой скорпион, отлично, отлично, давайте, давайте. Так, симпа, робл пришли, воробей... Ой, симпа, воробей. Так, робл, давай робл. Стоп, а робл не наш. Так, а там в конце кто? Белый чек и гарга. Стоп, это не наши. Наши все пришли. Реально, 10 человек. Все, мы опять выиграли. Вся наша команда дошла, лол. Но это 2-0. Крейзи реально придумал классную идею. В общем, сейчас у нас будут две команды булов, и наша задача просто расчистить свою зону, которая окружена озером. А наша зона правая, ну а зона врагов левая. И нам нужно просто ультой все там снести. Первая команда, которая полностью расчистит свою местность, побеждает. Я направо, я направо. Так. Давайте, давайте, начинаем уже все. Пожилой не успел к своим, но это его проблемы. Все, ребят, быстрее бежим, бежим к нашей зоне. Быстрее туда давайте. Быстрее, быстрее, надо уже влетать туда. Давайте, давайте, в темпе, в темпе. Воробей, куда ты ультанул? Что делает воробей? Нам не нужно было тут расчищать. Нам нужно было зону внутри озера. Так, ну быстрее набивай, воробей. Иначе он здесь останется. Так, все, все сюда заходим. Так, отлично, давайте хилки прожимаем. Быстрее, быстрее как-то все делаем. И надо по углам, наверное, вначале. То есть по углам сначала уберите все. Я думаю, так будет лучше. По углам, ребят, по углам. Потом остальное все. Так, давайте. Ой, блин, я накосячил. Я один блок там не убрал. Так, черт, там воробей опять застрял. Что делает воробей? Ну, набивай быстрее ульту. Быстрее набивай ульту, воробей. Воробей, быстрее, быстрее, давай. Блин, там воробей застрял. Ну все, вылетай. Черт, черт. Как все плохо. Давайте быстрее, быстрее. Так, еще столько много блоков. Крейзи отлично. Крейзи прям все там убрал справа. Давайте, давайте. Аккуратно только. Так, еще один удар. Еще один. Так. И три блока осталось. Три блока слева и все, давайте. Все, один блок мы выиграли. Давайте, один блок мы выиграли. Стоп, нет. Черт, а команда врагов закончила? Блин, три блока у нас. Блин, что, команда врагов закончила уже? Ну мы тоже все, нет, нет, мы реально, походу, да, мы не успели, они все. Они все сделали. Черт, неужели это первое поражение? Сейчас у нас будет снова эстафета, и мы будем играть в биатлон по очереди. То есть сначала я и капитан другой команды, и так далее.
Я не буду объяснять правила биатлона, у меня был такой режим на канале, просто сейчас у нас другая карта. И, кстати, глава другой команды пожилой ушел, его там позвали, в общем, за него теперь Скорпион. Так, мы начинаем по команде Крэйзи. Крэйзи, давай старт. Все, погнали. Так, блин, я подставился. Так, три выстрела. Три выстрела. Один, два, три. Идеально, все, без штрафных кругов, идеально, идеально, идем. Так, Скорпион промазал или что? А, нет, у Скорпиона, походу, залагало. Так, бежим, бежим. Так, опасный участок. Так, главное не подставиться на трамплин. О, все, Скорпион улетел, идеально, идеально. Все, отлично, я его подставил. Так, надо аккуратно идти. Так, не буду рисковать. И все, я прихожу первым. Все, я нормально отрыв там сделал от Скорпиона. Все, второй участник должен не зафейлиться. Так, все, Тиамати, давай, пошел, пошел, Тиамати. Кстати, я за ним понаблюдаю, ну, мне же можно. Тиамати, давай, один. Блин, второй промах. Ну, Тиамати очень быстро отстрелял, красава, Тиамати, давай. Так, Скорпион тоже дошел. Какой отрыв? Отлично, отлично. Робл, не туда, Робл, Робл, влево, влево ты стреляешь, по левому Френку. Так, Тиамати, давай, Тиамати. Робл. Робл промазал, идеально. А, так, стоп, 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 сейчас туман подошел. Все, участники продолжают игру. А, так, Тиамати, я надеюсь, ты не подставишься, да? А, отрыв очень большой, можно прям аккуратно так проходить. В общем, уверенный отрыв. Тиамати, не туда, не туда! Нет! Тиамати, не туда ты пошел! Черт, ну ладно, все равно он впереди. Давай, Тиамати. Не, ну, Тиамати примерно сохранил преимущество, которое я выиграл в первом раунде у Скорпиона, поэтому... Так, все, Крэйзи пошел, давай, Крэйзи. Так, Робл доходит только. Крэйзи, ты же не промажешь? Так, Крэйзи. Крэйзи, ты можешь чуть-чуть поближе подойти? Крэйзи, ты издалека стреляешь. Крэйзи, ну подойди! Черт, Крэйзи промазал! Фортик тоже промазал, но Фортик намного быстрее отстрелял. Фортик вообще прям за секунду отстрелял. Лол, неужели он сейчас догонит Крэйзи? Что? Как Фортик так быстро отстрелял? Это читерство. Что вместо пожилого зашел Фортик? Так, стоп, 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 туман. Давай, Крэйзи, давай. А, ну блин, это реально как-то странно. Типа Фортик зашел вместо пожилого, и Фортик просто тащит сейчас катку. Крэйзи, куда? Что делает Крэйзи? Крэйзи, что ты делаешь? Ты шел впереди. Как? Лол. Крэйзи просто с огромным отрывом шел впереди. И как ты сейчас уступил Фортику? Черт. Блин, сейчас вся надежда на четвертого участника. Симпа, давай, Симпа, не подведи. Симпа против Гарги, давай, Симпа. Мы на тебя надеемся. Отлично, Симпа. Все, идеально, Симпа. Пошел, пошел. Стоп. Симпа промазал? Нет. Он что, промазал первый выстрел? Ну все, это ГГ. Это ГГ. Симпа промазал, Гарга не промазал. Но это ГГ, походу. Это, походу, ГГ. Так, стоп, туман. Знаете, как обидно, когда в командной эстафете ты просто тащишь, да? О, Симпа еще улетел назад. Идеально, красава, Симпа. Знаете, вот тащишь, тащишь, да, за всю команду. А потом твоя команда начинает проигрывать. Симпа еще там на трамплин поставился. Все, это ГГ. Белый чек последний. А, наш воробей даже не на старте стоит. Воробей вообще по карте летает. Да, ну все, это ГГ, белый чек. Одно попадание, два. И три. Ну все, все, Симпа, можешь не доходить до конца, это слив. Ну все, тут ГГ уже, типа, без шансов, да. Все. А, в общем, все, ребят, заканчиваем катку, мы проиграли. А, там белый чек уже пошел на круг, а воробей даже не начал. Все, все, ребят, отличная игра, счет 2-2. Ну что, сейчас у нас будет битва капитанов, последний решающий режим. И у нас будет дуэль на Кроу, на моем любимом персе. Но остальные берут Гейлов и будут нам мешать. Моя команда, соответственно, мешает Скорпиону, ну а вражеская команда мешает мне. Ну что ж, Скорпион, погнали, гаджеты юзаем. Все. Так. Вначале надо аккуратно стрелять, прям максимально аккуратно. Не подставляться. Иначе он набьет ульту и все. Так. Гейлы, блин. Мои гейлы, не надо просто так его откидывать. Мои гейлы, не откидывайте его просто так. Лучше оставить. Так. О, сейчас нормально толкнули. Я по нему попал. Да, нормально толкнули вообще. Так, блин, враги тоже меня оттолкнули. Так, отлично, отлично.
Ой, он меня продамажил. Так, ну ладно, все равно. Он не попадет. Куда откинули его? Зачем? Еще белого чека-то сюда толкнули. Так, сейчас, сейчас. Скорпион. Куда? Куда толкнули Гаргу? Кто его толкнул? Я по нему атакой попал. Но это нечестно. Ладно, пока все норм. Все норм. Так. Ульты у Гейлов закончились. Так, ну что, Скорпион? Сейчас надо зайти на него как-то. Аккуратно. Так. И... Черт! Стоп, стоп! Он сейчас... Он не умрет. Он не умер. 92 хп. Как так? Черт. Черт. Скорпион. Так. Ульта. Блин! Я слил. Жесть, 90 хп я не добил. Мы слили 3-2. Но зато теперь вы точно знаете, что мы там ни о чем не договаривались, ни о каком счете. И что они реально вот нас выиграли. И это реально было очень интересно, несмотря на то, что мы проиграли. Там, знаете, был еще такой момент, когда Симпа, наш Гейл, мой, который в моей команде, откинул Гаргу прямо на меня. И я по нему попал автоатакой. Как будто Симпа хотел мне, наоборот, помешать, а не помочь. Ну, ладно, все равно я слил тут. Ладно, на этом все. Можете, кстати, написать в комментариях лучшего игрока этой эстафеты, вот по вашему мнению, из любой команды, без разницы какой. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.